Sen kimsan, qayerdansan, qanday oiladansan? Bu hammasi ahamiyatga ega emas. Sen kim bo'lishing? Faqat o'zingga bog'liq. Assalomu alaykum, efirda Startup Club dasturi. Bugun ko'rsatuvimizga xalqaro biznes maslahatchi, biznes koucher Saidmurod Davlatovni taklif qilganmiz. Nega ko'rsatuvni bunday so'zlar bilan boshladim deb hayron bo'layotgandirsiz. Bizni kuzatishda davom eting va barcha savollaringizga javob olasiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum mehmonlar, assalomu alaykum teletomoshabinlarimiz. Demak, kutib olamiz. Xalqaro biznes konsultant Saidmurod Davlatov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum Saidmurod aka, O'zbekistonga hamda Startup Clubga xush kelibsiz. Rahmat. Startup Clubni muxlislariga aytib o'taman, Saidmurod aka Startup Clubga mehmon bo'lib, bu birinchi marta kelishlari emas. Yana bir sonimizda qisqachagina 5 daqiqalik intervyu olishga muvaffaq bo'lgandik. Nik Vuychich Toshkentga tashrif buyurganda, u yerdagi spikerlardan biri Saidmurod aka edilar. Shuning uchun bu sonini ko'rmaganlar albatta YouTube tarmog'iga kirib, u sonini ham ko'rishingizni maslahat beraman. Va biz boshladik. Saidmurod akamdan tashqari bu yerga tomoshabinlarimiz yig'ilishgan, biznes egalari Odilbek Mirzayev, PDP IT akademiyasining rahbari, Fratelli Casa brendining rahbari Shohrux aka va bizning muxlislar. Bugun ko'rsatuvimiz ikki tilda bo'ladi. Saidmurod aka, biznesda bilim olish, ta'lim olish qanchalik muhim? Существует два подхода. Многие, кто давно занимается бизнесом, например, в 90-х годах до сегодня, они предпочитают, что якобы бизнесу учиться не важно. Они говорят, и вот у меня же получилось, я же магазин открыл, у меня же есть, я же строю дома, я же там в базаре же торгую что-то и так далее. Они считают, что якобы бизнесу учиться нету необходимости. Они так думают. Они говорят, что бизнеса только делая можно научиться. А вторая категория людей, которые сейчас, например, уже начали понимать, что такое профессиональный бизнес, они говорят, лучше учиться потом делать. А мой опыт показал мне, лично мой опыт и столько лет моя работа, теория никогда не занимает место практики. Теория она никогда не занимает. Но одна практика, ты останешься сырой. Ты годы жизни отдаешь просто не за что отдаешь, за мизерный обмен денег. То есть ты просто тупо практикуешь, работаешь, а потом в итоге поймешь, что надо было делать по-другому. То есть получается, что все поймешь через потери, через долги, через страдания, через мучения и так далее. А потом появится какой-то молодой, который недавно закончился профессиональные знания о бизнесе, он начнет использовать технологию, он начнет использовать маркетинг, он начнет использовать бизнес-процессы, правильно наладить. И он обгоняет. Поэтому сейчас появляются молодые ребята, которые профессионально строят фундамент бизнеса, они по чуть-чуть забирают долю тех гигантов. Тех гигантов мы называем динозавры. Те динозавры либо умрут, либо они должны измениться. Будут просветать не теорики и не практики, профессионалы. Понимаете? Будущее. И именно за ними. Профессиональное ведение бизнеса – это совсем другое, поверьте. Будущее будет к тому, не за тех, кто борется и имеет немножко денег, а за тех, кто построит систему. Система, которая генерирует деньги. Система, которая реально развивается, масштабируется и фундамент имеет. И я даже умру, система работает. Конечно, вот сами подумайте. Это не купли-продажи, это не то, что отсюда возьми, туда продай. Это результат. Конечный продукт, разработанность, долголетняя стратегия, системный подход. Система, она устойчивая, она любой кризис переживет. Keyingi savolim shaxsiy savol edi. O'tgan galgi intervyudan keyin men qayta ko'rishdan oldin bir narsani esladim. Saidmurod aka bilan intervyuda bir narsani aytgandilar. Agar ko'rgan bo'lsangiz, eslashingiz kerak. Men Tojikistondagi ko'p farzandlik oiladanman va Rossiyaga borib, u yerda ishlagandan so'ng men o'sishim kerak degan qaror qabul qildim degan gaplari yodimda qoldi va shu qarorni qabul qilganingizdan keyin nima
Қайсы устозларны берген білімләрі орқали сіз секен аста оса башладыңгіз? Я в селе был, мой папа был, можно сказать, что... Ну, в селе выросли. В селе. Кышлоқты да. Как-то болгансыз? А кышлоқ, кышлоқ это то, что такое? А кто такой богатый кышлоқ? Если у вас есть 2000 или 3000 сарбаранов, ты сами богатые. Так, а кто? Кышлоқы кто богатый? Мой отец был первыми в этих долине, он был самый богатый. Потом, как произошло? В 90-х годах, видите, мой отец умер в 79-м году. Мне было годик, когда отец умер. И, соответственно, в 90-х годах распад СССР, все то, что он в сберкассах, все мама накопила, держала, и это все потерялось. Да. Все деньги, поменялось деньги, потерялось. И потом, я когда вот попал в город, у меня денег не было учиться. Передо мной был выбор, либо учиться, либо пойти работать. Так все. Когда один выбор, другого не было. Я думал, я лучше пойду поработаю, а потом получу образование. Я бросил 3 вуза в Таджикистане, уехал в Россию гастарбайтером. Но я не знал, что я поеду, и так я останусь на долгие годы и так далее. Такого не было. И вот, слава Богу, это было самое правильное решение. Очень важно вовремя принимать решения в своей жизни. Понимаете, не важно, сколько ты пошел по неправильной дороге. Важно вовремя останавливаться, поворачивать туда, где тебе надо. Я понял, что в тот момент я не могу учиться. Это стратегически было правильное решение. Стратегически было правильное решение для того, чтобы изменить свою жизнь. Понимаете, большие достижения требуют большие применения. Да. Если я сидел бы в Таджикистане, я не стал бы, кто я есть. Понимаете, я бросил, уехал, но полгода поработал гастарбайтером. А потом понял. Это не моя дорога. Эта дорога не ведет меня к той цели, которую я хочу. Я понял, что тяжелым физическим трудом невозможно изменить свою судьбу никогда. Я это точно понял. Поэтому с того дня, всегда, с 96-го года, любое место, где бы я интервью не давал, или с кем меня встречаю, работать черным работником, я говорю, прекратите делать. Но человек, который чуть-чуть сообразительный, чуть-чуть понимает, он должен понять, что тяжелый физический труд забирает у тебя жизнь. И отдача, она очень мизерная, она не окупается. И с того дня, я как это сам понял, я с того дня принял решение. До конца дня своей жизни хоть умру от голода, не дай бог, и никогда этим не буду заниматься. Потому что я понял, что это никогда тебе не изменит, не даст того, то, что ты стоишь и можешь. Aynan hozirgi shu sohadagi ilk bilimlaringizni qayerdan ola boshlagansiz? Я начал в самом начале, я посещал тренинги, и это было в Тюмени, в 98-99 годах, по-моему. Спасибо академику Мирзаким Салимовичу Нарбекову. И меня пригласили на этот тренинг посещать. Я сидел вот так, как ребята сидят, и ведущий тренер Александра Залина презентация была. А я не понимал все на русском. Я еще только-только как на рынке работал туда-сюда, но на русском я не все понимал. Правда, я 90% не понимал, что она говорит, но я сидел, внимательно послушали и так далее. Когда закончила выступление, она подходила ко мне и говорит, не хотите стать тренером? Я на нее смотрю и думаю, кто будет меня слышать? Я вообще на русском вообще разговаривать не умею. Но я до этого посещал очень много тренингов. 96 по 98 года я в Москве посещал очень много тренингов. Я 6 месяцев, когда гастарбайтером работал, я работником работал у одного азербайджанца, на его контейнере грузчиком семечки разгрузил. Я ему семечки разгружал. И я помогал ему, как грузчик, отгружаю, перегружаю и так далее. И вот тогда подошла к нам женщина, которые покупали товар, разные люди, клиенты. И иногда я общался, я заботился о них, товар довез до машины и так далее. Они все меня уважали. Одна женщина была молдаванка, она мне сказала, послушай, ты такой умный парень, зачем ты здесь в базаре? Я сказал, языка не знаю, и я хочу что-то изменить в свою жизнь, не знаю как. И она мне говорит, будет тренинг, хочешь посещать? Я говорю, а что ты такое? Она говорит, тут там будут обучать, как стать успешной и так далее. Я говорю, хорошо, а сколько стоит? Она сказала, 3000 рублей. А в месячный мой как раз зарплата была 3000 рублей. 3000 рублей это 500 долларов почти. Один день тренинг. Тогда 500 долларов получается, около 500 Очень долларов. Очень дорогой тренинг. Послушайте, до конца. Дрянком на тренинге. Конечно, один день тренинг почти 500 долларов.
И самое интересное, в тот момент Худжанде стоили квартиры $450, $500, $700. Где я жил, город, в котором я жил, квартиры стоили такие. Я помню, трехкомнатная квартира, мой двоюродный брат в 96-м году купил за $750. Двухкомнатные были там 450, 480, $500. И представляете, один день тренинг 3000 рублей. Я сказал, я пойду. Я пошел, сидел на этот тренинг, один американец выступал. Правда говоря, я ничего не понял, что он говорит. Правда говоря. Потому что на русском не понимал. Я 98% не понимал, что он говорит. Но у меня была стратегия. Если хотя бы одну мысль я возьму для себя, я чего-то изменю в своей жизни. Я посвящал этот тренинг, я платил эти деньги, все свои сбережения платил. У нас Адан Хечхам Авсуламагамс, вы не пожалели о своей вложении? Сейчас послушайте дальше, это еще ерунда. Дальше послушайте. А, это ерунда? Это дальше послушайте. Через неделю был тренинг 5000 рублей. У меня денег не было. Я подошел к этому азербайджану, его Азер звали, говорю, Азер, помоги мне, это всего лишь деньги, я тебе их верну. Он сказал, а что ты хочешь? Я говорю, я хочу пойти на тренинг. Он говорит, слово тренинг в 96-х годах люди не понимали, что это такое. Вообще понятия не имели. Он говорит, а что это такое? Я говорю, вот хочу пойти учиться. Он мне говорит, ты учиться? Ты же не понимаешь на русском. Я сказал, ну как раз, если пойду научусь. Когда-нибудь. Рано или поздно научусь. Он говорит, ладно, он дал мне 5000. Я ходил туда. Вот это изменило мою жизнь. Я начал ходить в такие тренинги, американцы выступали, австралийцы выступали, с Европы выступали, понимаете? Я посещал очень много тренингов, и это все изменило мое сознание. Демак, сізні тренинглерге борш керек деген фикрі, сізні хайотингізді ең манашу бұрылыш нуқтасы болгенз. Потому что в тренингах, смотрите, человек в трех случаях учится. Либо до 7 лет, либо образ жизни, в котором он живет, либо тренинги, либо свои ошибках. Но тренинги – самый короткий путь. Я тогда мало понимал этого, но я просто интуитивно это делал. И я вот анализирую свою жизнь, посмотрите, я же не единственный, кто из Средней Азии поехал в Москву, да, гастарбайтером? Да, конечно. Миллионы едет, это миллиарды, можно сказать. То, смотрите, миллионы узбеки, таджики, киргизы там находятся. Да. А почему я один вышел такой? А потому что я выбрал другую стратегию. Рахмат Кеттакон, кейнги саволга ўтадиган бўлсак, кейнги саволимиз сал нозикроқ. Охирги пайтда бизнес-тренинглар Тошкентда ҳам жуда ҳам катта урф олди ва бизнес ҳақида маълумот берадиган инсонларни инфо-циган дейшияпти. Я инфо-циган понял, остальное не понял. Сиз бунга қандай қарайсиз? Я знаю, что в Советском Союзе тренер, который обучал, вырастил много чемпионов по плаванию, я имя забыл. Он сам не умел плавать. Как это? Это так. Он сам не умел плавать. Во-первых. Во-вторых, врач, который лечит других, он не должен сам заболеть, чтобы мог лечить другого. Вот, понимаете? Смотрите, дело в том, что надо уметь у любого учиться. У этого инфо-цыгана тоже надо брать что-то. Понимаете? Я не понимаю, знаете, люди, которые не умеют учиться, они везде находят такие причины. Ой, такой, это такой, это такой. Так. Но я учусь у тех, кто живет так, как я мечтаю. Три показателя есть, которые я для себя определил. Три показателя успешного человека. Первый его показатель – его образ жизни. Насколько он реализованный, насколько его духовные ценности совпадают с моими, насколько он действительно смог в семье реализовать себя, как человек реализовать себя, как брат или как сын реализовать себя, и как гражданин своего народа реализовать себя. Понимаете? Для меня первый показатель – образ жизни, который он ведет. И когда вот эти три принципа я для себя определил, я просто так стал стараться жить. И знаете, это помогает. Мне очень хорошо помогает. Я просто делюсь своим опытом. Я не говорю, чтобы это лучше или хуже, но это то, что действительно мне помогает в жизни. Вы меня про инфо-цыган спросили. Извините, что я так долго ответил. Да, ничего. Я просто хочу сказать так. Надо учиться у всех. Если вы видите, что у того есть знания, эти знания помогают вам, не слышите то, что кто-то говорит про них, инфо-цыгане и так далее. Я практик, понимаете? Я делал практик. Например, теорик не поймет, что переживает практик. Но у меня в жизни был такой опыт. Я одного американца привел в Среднюю Азию, он продвигал инвестиционные программы, и толпа людей ему инвестировали, и он банкротился, все побежали за мной. И 174 человека попало в долгах. Послушайте, $1 846 000.
Посмотрите. Второй, теперь, чтобы это все отдать, я начал продавать свои имущества, свои чего-то отдал, но часто осталось. А зарплатами такие деньги не вернешь. Я думал, как-то надо делать так, чтобы каким-то не будет бизнес строить. Я разрабатываю бизнес-план, начинаю искать друзей. Друзьям говорю, ты же раньше со мной заработал. Он говорит, да. Давай инвестируй половину ты, половина я. Половина он инвестирует, половина у меня же нету. Я иду третьему другу. Я говорю, послушай, половина тот инвестирует, можешь половину вложить? Хотя бы вы вдвоем дайте мне 20%, 80% берите сами. Но 13 проектов я пытался делать, ни один не работал. И все 13. Я делал детские клиники в Караганде. Я делал типографию в Алмате. Я делал гостиницы в Алмате. Я делал типографию, я делал сет химчистки, стройматериалы и так далее. В общем, 13 проектов, ни одно не работал. 2-3 года. Опыт – это самая важная вещь. И теперь, потом я построил, в 2009 году я построил сет магазинов парфюмерии и этот... спортивной одежде. В общем, не хватало, я банкротился. И общие все мои долги около 3 миллиона собрались. 3 года. Миллиона чего? Около 3 миллиона долларов. 9 миллионов. Уч миллион долларов, карс? Да, долг. И через это я прошел, поэтому я хорошо понимаю, что такое практика, что такое теория. Смотрите, и самая интересная вещь, 2009 год, у меня море проблем, Но люди приходили ко мне на тренинг. Я давал им совет, я разработал им стратегию. Они пошли, делали мои знания, и у них дело пошло супер. И я собственные знания не мог использовать. А вы знаете почему? Почему? Потому что у меня не было площадки, и в тот момент у меня авторитет был низкий, ресурсы не были. Видите, я парень, который из какой-то села Таджикистана приехал, там, я никого не знаю. А у них были какие-то связи, у них было какие-то знакомства, немножко ресурсы. Они бегом побежали, делали. И самое интересное, они пойдут делать, через месяц приходят и говорят, послушай, это мне помогло, столько заработать, то-то. Я сижу, иногда по ночам молился, я думал, о Аллах, ты мне дал знания. Ну дай мне возможность их тоже использовать. Вы знаете, что я хочу сказать? Один ум не помогает человеку. Очень важно, чтобы... Понимаете, люди думают, что только умом они могут чего-то добиться. Это неправда. Вы умны, а здоровья нет. Что будете делать? Вы умны, и на тебе у вас возможность, что будете делать. Поэтому очень важно, чтобы было образование и возможность. А возможности Аллах дает сам. Нужно и то. Понимаете? Или иногда бывает так. Возможность есть, мозги нет. Ко мне приходят ребята. Пально. Это правда. Ко мне приходят. Приходят ко мне ребята, консультируют. Смотрю, море у него возможностей, у него связи, авторитет, денег есть того. Но у него нету мозги, чтобы их правильно управлять. Знаете, вот глупо тратить их налево-направо. Я смотрю, думаю, Аллах, какой ты великий, как это ты создал этот мир. Теперь он нуждается вот такого, кого, у кого есть мозги. Поэтому я рекомендую ребятам, что если ты умеешь учиться, учись у своей жены. Учись у своей тёши, учись у соседа, учись у ребенка, учись у всех. Да ты пошел на свадьбу, кто-то там пара добрых слов сказал, учись у них. Не надо думать так, что это инфосган, это того. Тебе помогает? Иди. Вот и все. Саид Мурод аке, Ўзбекистонга хуш келибсиз. Келганингиздан хурсандмиз. Менга сизнинг фикрингиз қизиқ эди. Қанчалик муҳим бизнесда автоматлаштириш, трансформация и биз бизнесменларга айтадиган сўзларингиз айнан шу автоматизация йўналишида. Смотрите, ребята, мир меняется. Все меняется. Если мы зайдем, например, сейчас в свой дом, мы видим, что ремонт это не тот ремонт, который был в 2000 году. Дома ремонт поменялось. Телефоны у нас не те, которые в 2004-2005 годах были в руках. Одежда поменялась, все поменялось. Это означает, что мы должны тоже меняться, если мир меняется. И сам подход ведения бизнеса меняется. Автоматизация – это тот механизм, который решает 98% проблем бизнеса. Например, я объясню. Автоматизация, он не решает только стратегию, а упорядочит все внутренние проблемы. Все основной, например, смотрите, да? Почему у бизнесменов нет возможности расширяться? Расширяться нету, потому что нету правильного учета контроль, нету правильного управления портфель продукции, нету, они не видят утечка, потери временной кадры, потери там браки и так далее, и сроки, они не видят их. А когда автоматизация, это все вылезает наружу.
Понимаете, когда автоматизация внедряешь, кто сопротивляется? Больше всех кадры, потому что вылезают все их недостатки. Кадры будут сопротивляться конкретно, железобетонно. Они не хотят, они придумают что угодно, чтобы его не внедрять. Они говорят, да, это классно, но в нашем бизнесе не работает. У нас по-другому. А что у вас по-другому-то? Вот вы представьте, автоматизация, он не имеет значения, какой вид бизнес, он необходим. Три важные вещи автоматизации. Первый, CRM. Это автоматизирует работа с клиентом. Автоматизирует работа с... Это весь маркетинг автоматизирует. Второе, один из бухгалтерий. Это бухгалтерия, финансовый учет, контроль и так далее. Третье, это либо Bittrex 24, либо Trello, либо еще там Workstation и какой любой из них, который автоматизирует работу персонала. Вот это три вещи надо интеграция делать. Программы много. Все проблема мышления людей и интеграция проблемы. Люди сопротивляются конкретно, потому что эта программа их дисциплинирует. Я бизнесменам скажу вот так. Если вы хотите, чтобы 10-кратный рост был в бизнесе, если вы хотите, чтобы конкуренция не съела вас, если вы хотите расширяться, если вы хотите, чтобы через 20 лет ваш бизнес работал, вы должны обязательно проект автоматизировать. Это технические вещи, которые по ситуации надо видеть в каждом бизнесе. Каждому бизнесу по ситуациям и каждому бизнесу внедрят отдельно, разработать, адаптировать для его подход, для него. Это вот такое. Ассаламу алейкум, Саид Мурат аке, хуш келипсиз биз юртимизге. Хозирги кунда ўсиб келадиган болалар, ёшлар асосан интернет тармоғига кирган пайтида ҳам muvaffaqiyatga erishgan insonlarni videosini ko'rishni, ularni hozirgi kunda erishib turgan yutuqlarini ko'rib, yosh o'sib kelayotgan avlod shunchalik ruhlanib ketadi-yu, shu borada men ham xuddi mana shunday biznes qilaman, mana shunday muvaffaqiyatga erishaman degan maqsadda o'zlari bilmagan holda 20 yosh, 25 yosh, 23 yoshda katta biznes boshlayman. Mana deylik, Saidmurod Davlatov shunchalik boy bo'lib ketdi. Millioner, muvaffaqiyatga erishgan inson yoki Brian Tracy yoki o'zbek mana shu muvaffaqiyatli insonlar. Shularga o'xshab, men ham kuchli biznesmen bo'laman degan maqsadda davlat mana banklardan qarz olyapti, bir katta biznesni boshlayapti. Ular qaysidir darajada o'ziga foydali tomonlari ham bo'lyapti, lekin ko'pchilik holatda bankrotga uchrash holatlari bo'lyapti. Ana o'sha hozirgi kunda aynan biznesga qiziqib, shunday xatoliklarga yo'l qo'yadigan yosh avlodga beradigan maslahatingiz haqida. Я рекомендую вот этим ребятам, надо в одном направлении фокусироваться, и в нём постепенно накопить навыки. Не надо искать способы быстро разбогатеть. Это путь не работает. Эффект, я это называю эффект фейерверк. Эффект фейерверк, искать момент, искать как-то ловить там момент, это не работает, это одноразово. Например, три подхода есть для достижения успеха в бизнесе. Первый подход – это люди, которые ищут эффект фейерверка, они ищут момент, они ищут какую-то выгоду. Отсюда купить, там продать, немножко заработал. О, один, не знаю, лошадь купил, продал, заработал. Одно там, не знаю, машина пресса или там, не знаю, одна тонна риса поймал где-то, купил подешевле и продал. То есть эти люди ищут моменты. Эта категория людей один раз зарабатывает, два раза потеряет. Потом говорят, ну, видишь, бизнес – это риск, Аллах не дал. Они так думают. Вторая категория людей ищет, знаете как, они ищут сезонности, ищут мода, ищут тренды. Они говорят, вот сейчас, я помню, недавно сейчас, вот это коронавирус. Сезон масок, да. Все ко мне вышли, ребята, заказывают 10 миллионов масок. Я звонил в Узбекистан, и 5 миллионов оттуда нашел и мандал. И все, и сами за неделю мне 15 человек звонили, просили маски. Я говорю, ребята, а что вы делаете с этими масками и так далее? Я не поприветствую такого. Я делал все эти вещи. Правда, на самом деле дело. Я с Узбекистана в сезоне с литра таскал в Таджикистан. Понимаете, в 95-х годах еще, как приехал там, и абутрентом еще был. Понимаете, я очень многие вещи делал. И сезона сидит, фрукты заготавливал, лук заготавливал, того рис заготавливал. Я все эти вещи делал. Поэтому эти вещи работают временно.
Они работают, чуть-чуть тебе помогают, но кризисный период, ты не можешь повторить это. А есть третий подход, это когда ты стратегически, обдуманно выбираешь одно направление, потихонечку в нем станешь ты профессионалом, а постепенно потом строишь в этом направлении бизнес. Что я рекомендую таким ребятам? Никогда долго не открывайте бизнес. Вторая вещь, которую я буду очень важный совет давать, что надо делать? Выбрать сначала направление, которое вы действительно поняли. Например, вы хотите, чтобы иметь ресторанный бизнес, или фастфуд, или там ресторан. Идите сначала, вот такая стратегия, понял, очень хорошая стратегия. Идите сначала, работайте, можно сказать, в том отделе ресторана, где работаете с клиентами. И потом, когда вы вот все это еще делали, в ресторанный бизнес все поняли. А потом, не вкладывая деньги, старайтесь стать партнером, не вкладывая деньги. Например, подойди любому хозяину ресторана и скажи: послушай, я с тобой уже 2 года работаю или 3 года, у меня есть 5 идей, которые поможут твоему бизнесу 2 раза увеличить прибыль. Пожалуйста, если я помогу тебе 2 раза увеличить прибыль твоего ресторана, дай мне от него 10% из этого прибыла. Я на актив не претендую, но 10% прибыль дай мне, кроме моей зарплаты. Запросто даст, любой ум не даст. Через 2 года ты можешь подойти этому хозяину и говорить: послушай, ты открывай второй ресторан, ты мне дай право, я все организую, все открою, дай мне 20% прибыла. И все делай. Знаете, если мозги есть, денег не нужны. Я таким ребятам вот так рекомендую. А если парень еще не определил, что делать, если парень не знает, что делать, что, я скажу: иди продавцом работай. Первый навык, который надо воспитать в себе, надо стать продавцом. Почему? Продавец – это такой навык, который, ты знаешь, тебе не надо аренду держать, тебе не надо офис держать, тебе не надо рисковать, тебе не надо кредит платить. И ты зарабатываешь больше, чем исполнительный директор ту компанию. У тебя хороший продавец. Знаете, мой продавец, я смотрю, зарабатывает 2 раза больше, чем исполнительный директор. Исполнительный директор это не нравится, постоянно их какие-то палки на колесах ставит. Я говорю: подружи, почему ты их не любишь? Они же кормят тебя. И тот говорит: вы, за что им такой зарплата? Я говорю: это не зарплата, это парень заслуживает. В среднем мои продавцы зарабатывают более $50. И это нормальные деньги. Согласны? Это нормальные деньги. Поэтому я рекомендую любого человека, который не знает, что делать, иди научись продавца. Смотрите, 6 показателей есть, когда можно брать долги или кредит. 6 показателей. Я это все из своего опыта вытащил. Первый. Продукт должен быть проверен. Продукт должен быть востребован. Продукт должен соответствовать именно потребности рынка. Второй. Рынок должен быть готов. Иногда есть продукт хорош, но рынок не готов. Рынок не понимает его. Например, 10 лет назад я был в Узбекистане на тренинге, никто не ходил. Рынок не был готов. Сейчас люди ходят. Вот Асадбек был он тогда. Я был в 2008 году здесь, никто не ходил. Я помню, 15 человек, 12 человек у меня сидели. И то с трудом, наверное, думал, кто-то свой знакомый, наверное, пригласил. И вот третий показатель. Внимание, идея должна быть проверенная. Она не должна быть на уровне фантазии. У многих людей в голове сумасшедшие идеи. Они приходят ко мне и говорят: я хочу инвестиции. Я говорю: хорошо, а сколько? Ну, $1 000 000. Потом сидит, потом смотрю, как я это... Я создам аватара. Какая-то чушь, какая-то фантазия. Я говорю: послушай, что ты хочешь, знаешь? Ты хочешь, за твои фантазии я платил. Вот и все. Итак, понимаете, идея должна быть проверена. Четвертое. Команда должна быть готовая. Иногда бывает, что парень, идея классная, все классно, рынок готов. Он не умеет команду создать. У него не получается команда создать. Я много раз страдал от этого. Я инвестор. 67 проектов, где-то я был партнером, где-то инвестором, где-то хозяином. Я прекрасно понимаю, что такое. Я разработал кучу стандартов для инвестирования. Никогда не надо брать долг. Ни в коем случае. Я же только что показал, как без долги, без ничего можно стать владельцем бизнеса. Только что показал. Так? Идите сначала, научитесь, станьте профессионалом в одном области, потихонечку растите и предлагайте: дай мне 5% или 10%, я все организую. Это нормально, 5%, 10% от прибыла вот так хватает. Через 2-3 года у тебя появятся нормальные деньги. Самая большая проблема среднеазиатского народа, знаете, в чем? Мы не умеем вместе работать. Понимаете, я таджикстанец, я таджик. Кандай калып, почему? Я сейчас объясню. Узбеки, таджики, мы все похожи. Мы форсы, вы туркоязычные, но... У нас
Менталитет одинаковый. Да. У нас кухни почти одинаковые. У нас свадьбы одинаковые. Культура одинаковая. Музыка почти одинаковая. Вы понимаете? Во всем, например, казахи, киргизы, у них бешбармак. У нас плов. Понимаете, да? То есть я что хочу сказать. У нас почти на 99% только язык отличается. Все. Урф, одат, мносебат, ценности, жизненные ценности, отношение к родителям, отношение к гостям, гостеприим. Все одинаково. Я это очень хорошо понял. Почему наш народ не умеет вместе работать? Потому что мы подозрительно относимся ко всем. Вот, если правильный маслихат дай, правильный совет дай, что-то он что-то хочет. Вы понимаете, подозрительно относятся к тебе, странно. И тебе сразу тупо игнорируют, хоть ты хорошо говорил, хоть ты там... Знаете, даже вот взрослый, когда насихат делаешь младшему, да, насихат, воспитание, у него лицо корчит, вот такой становится. Я помню, свой племянник, говорю, сынок, делай вот то-то. Смотрю, ему это не нравится, лицо вот такое. Я говорю, послушай, я тебе разве плохой советовал? Он говорит, нет. А говорю, что ты прыгаешь-то тогда? Что ты напряженный? Поэтому, почему у нас не получается вместе работать, первая наша подозрительность, мы должны изменить эту черту. Вот эта подозрительность надо убрать. Она ни к чему. Она ничего хорошего не даст. Второе, надо просто научиться прозрачно вести работу. Прозрачно. Только тогда партнерство процветает. Прозрачно. Надо сидеть и каждый деталь, шафов, прозрачно разговаривать. Шафов. Показать. И не хитрить. Вот тогда баракат есть. Вы понимаете, раньше я думал, что в жизни нужно время для того, чтобы стать успешнее. А потом годы моей работы показывают, что ко мне приходит человек, 15 лет в бизнесе, 20 лет в бизнесе, у него кроме долги ничего нет. Или у него есть минимальный какой-то доход, хотя 15 лет в бизнесе. Потом я понял, кроме знаний, времени и так далее, очень важен баракат. А баракат Всевышний дает сам. А те, самое интересное, те партнеры, которые думали, что они выигрыши, пытались за счет другого партнера разбогатеть, и те партнеры, которые меня хитрили, они все в долгах-шельках. Некоторые прошел 10-12 лет, до сих пор проблема. А я снова стал мультимиллионером. С помощью Аллаха, с помощью, снова процветал. Почему? Потому что сама стратегия работы с партнерами – это выгодная стратегия для всех, но надо честно работать. Кейнги саволым шу хакыда мана... У меня есть бизнесы, кстати. Вот вы же рассказали. Айты бердингиску, айты бердингиску. Дальний момент у меня 24 действующих бизнеса. Ага. Дальний момент. И из них, три из них, а, четыре из них в Узбекистане есть. Агар сырбомасас, есть мне секрет? Я скажу, почему. Один из них это сет магазинов парфюмерии. Он 404 магазина было на первое число по всему этого. В Москве. То есть получается 404 магазина, из них почти 100 чем-то в Узбекистане. Второй бизнес, который я наладил, это Элес Парфюм, 50 магазинов у меня. Они здесь, помню, где-то 10-15 тоже есть. Uh-huh. Узбекистан, остальные. Я сам только первые числа отчеты смотрю, сколько магазинов и ориентируюсь. Uh-huh. А так не знаю, честное слово. Uh-huh. Я только смотрю цифры ежеквартальные, ежемесячные, и только так. Есть магазины техники у нас, 7 магазинов на Мангане, на Манганской области. Uh-huh. Узбекистане 5 их, магазин uh-huh. техника продам. И четвертая вещь, вот это наши тренинговые индустрии само, которое в Узбекистане есть. У меня, я занимаюсь недвижимостью, я строю многоэтажные дома и так далее, бизнес-центры и так далее. Я произвожу вода, у меня свое производство вода и так далее, по городу Павлодаре. И я занимаюсь садоводствами. Потом у меня в магазине одежды тоже есть, сеть магазин одежды. Сайтмурод Давлетов, чудаем серкры инсо. Я строю теплицы и так далее. В общем, 24 проекта в данный момент работают. Одно из моих проектов, я обслуживаю вот это большие высоковольты, вот и вся электромонтажная работа и так далее. В общем, такие, одна моя компания, остальные занимаются этим. В общем, много разных направлений. Саид Муратаке, кейнги саволим, менге жуда хам көп инсонлар маслахат сорап ёзишади, шу курсатууну оборганим сабабли, ва базы бир пайтларда узим хам икиланип қоламан, нима маслахат берай экан деб. Мана бу бизнес консультант, ёки мана бу бизнес коуч, унга ишонса боладими?
Қандай қылып білеш мүмкін? Надо посмотреть всегда на тренера, на три показателя у тренера. Три показателя. Первый показатель. Его слушатели или ученики, какие результаты добились. Это первый показатель. Второй показатель, он сам реально свои знания практикует, хотя бы частично или нет. Это очень важно. И третье, его образ жизни. Какой он сам человек? Надо учиться только у того, каким ты мечтаешь стать. Надо учиться только так. И тогда можно реально добиться успеха. Если я хочу стать водителем, надо пойти у водителя учиться. Так? Если я хочу стать летчиком, надо пойти реально рядом с летчиком учиться. Он, чтобы экономить свои годы жизни. Только так можно экономить. И вот я так рекомендую. Да? Приходите к нам. Я серьезно говорю. Ни один, ни Брайан Трейси, ни Дональд Трамп, ни Бодо Шефер, ни Энтон Робинс, ни один из них не будут обучать их то, что я обучаю. А вы знаете почему? Блеман. Чунки уларны базар, уларны менталитет, уларны турыши, яшаш тарзы бізнекидан умуман фарқылады. Первый, это мышление другое. То есть они мыслят по-другому. Они думают, что все инструменты, которые им доступны, нам доступны. Понимаете? Второй. Рынок другой. Рынок совсем другой. И рынок себя везет совсем по-другому. Третье. Законы другие. Законы наши – это территория СНГ. Их законы все обоснованы на английском законом. Совсем другой закон. Четвертый. Нашему человеку кадры готовят – это очень трудно. Понимаете, наш народ умеет чай привезти, стулья отвезти, убирать, подметать, готовить. Но если ему говоришь, садись, чего-то планирую, он в шоке попадет. Это правда. Вот я обучаю бизнесменов, я им говорю, давайте, значит, так, давайте пишем твою стратегию. Он говорит, а что делать, а что писать-то? Я говорю, ты же как-то делаешь это бизнес? Он говорит, ну, делаю. Ну, давай пишем. Он не умеет писать. Поэтапность не знает. У нас, он знает, как делать бизнес, но он не умеет это правильно принести. Потому что, когда у него в голове она крутится, когда его вытащишь на бумаге, все его ошибки станут видны ему хорошо, но у него вот этого способности нет. Понимаете? Наш народ этого никто не научил. Это очень важно. Пятая вещь. Смотрите, западные люди опираются на законах, опираются на технологии, а мы опираемся на знакомых, на знакомых. Мы ищем знакомых, связи. Танеш ли Борми, кого-то не будет? Танеш Белеш. Согласны? Мы ищем, мы решаем проблемы только через знакомых. Понимаете, это вообще большая проблема. Их очень много, очень много. А потом, я так обучаю доступным языком, что школьник поймет. Мой профессионализм именно в этом. Я долгие годы отточил свою систему так, чтобы школьник понял, и самая важная вещь, он пошел, смог это сделать. Так, на тренинг или на урок любого кого-то слышите, настолько умно он говорит, не умно, от этого будет для вас польза мало. Самое важное, что ты понял. Потому что вы можете делать через неделю или через месяц только то, что поняли. Так? А теперь, через год вы можете запомнить только то, что смогли делать. А то, что не смогли делать, все забудется. Поэтому вот это самое важное. В самом конце, через год, что ты смог сделать, вот это самая важная вещь. Поэтому и надо исходить из этого. Поэтому моя методика, она этим отличается от всех кардинально. Потому что я долго, потом я доктор психологической науки. Я работаю очень хорошо с человеком. Я четко понял, что любой успех – это 90% психология, 10% технология. Понимаете? Человек, вот вы здесь, потому что вы верите в себе. Если вы были бы не уверены, если вы были бы не уверены, и вы боялись бы перед камерой говорить или публике, да вы вообще сюда, может быть, вы очень мечтали об этом, но вы не могли бы это делать так, как должно быть. Вот это закон. Бизнес, видите, бизнесом делать, это ты работаешь под давлением конкурентов. Под давлением, смотрите, под давлением рынка, под давлением инфляции. Банки каждый день сумасшедшие курсы растут. Понимаете, да? Налоги растут, растаможки растут. Тебе подводят клиенты, тебе подводят партнеры, тебе подводят, понимаете, твой персонал.
90% твои идеи не реализуются, 90% планы не работают. Не так, как ты ожидал. Люди, которые ты нанимаешь, они не оправдывают твои ожидания. И ты постоянно находишь на момент срыва, нервный срыв. Бизнесмен, он должен иметь железные нервы, можно сказать. Это правда. Он работает постоянно на грани риска. Одно неправильное решение, он бросает себе на 5-10 лет назад и только долги отдает. Одно неправильное решение. Это прямо как будто ты женишься на всю жизнь. Харбер. Сузлар ва риск ачып қолды. Харбер таллоу бу риск демоқчы едім менімче. Эслеп алган болсам хазырлардан кейін. В общем, похож на это. Хозиргина өзіңіз рақобатшылар хақыда гапырдыңыз. Ва айнан сізні йоналышыңызда рақобатшылар билан болган муносабат озгина бошқачароқ болады. Ва сізні йоналышыңызда сізге келіп, сізге рақобатчы болмоқчы болган инсон язылса, сізді оқымоқчы болса, қандай қарайсыз бу нәрсеге? Я его сам подготовлю. Я его сам готовлю, чтобы он стал профессиональным тренером, а не топ-ляп. Я его сам подготовлю. Я специальный курс открыл для того, чтобы готовить таких ребят. Mm-hmm. Почему? Почему бы нет? Понимаете? Қандай талаптар бар оларға? Он полтора года должен учиться у меня. Mm-hmm. Первое, что у него в голове должно не быть, это он должен работать на результат своих слушателей. Я, по крайней мере, такой. Я так работал и просветал. Mm-hmm. И поэтому ни в коем случае, если он себя считает умным, он не просветает. Поэтому я ищу людей, у которого духовная ценность есть, у человека, который реально хочет служить своему народу или кому-то быть полезным и так далее. И у него должно быть такое желание лучше жить, умнее стать, богатым быть. И самое главное, он должен быть готов, чтобы пройти любое падение. И за полтора года его так изготавливают, что ой-ой-ой, как месяца нет. Это правда. Представьте на минуту, 22 года моего опыта я закладываю его в голове. А потом он должен 10 раз выступать в разных мероприятиях, чтобы я видел, как он себя управляет, как он раскрывает себя. Келинг, енді охырғы савалғы, шахси савалғы отамыз. Мен сізні сайтингізіне қарағанымда, у ерді харбір күніңіз саат ма саат, деярли күн ма күн шахарларге болып чықылген. Сіз хозыр қадриятлар хақыда гапырдыңіз. Ойлеге қачан вақт ажырат епсіз? Саид Мурат, аке, ойлеге. Я очень хотел стать успешным. Uh-huh. Я отдал этому, видите, с 2007 по 2010 год я был в сильнейшей кризисе. Uh-huh. До 2014 год получилось общие 6 лет где-то, с 2008 точно, я полностью закрыл долги. Uh-huh. Вот, я поставил перед собой цель 8 лет или 10 лет отдавать, чтобы все бизнесы наладить. Uh-huh. А следующие десятилетия отдавать только детям. Почему? Потому что сначала надо было бизнес наладить, чтобы обеспечить денежные потоки, пассивные доходы, стабильности, чтобы я мог детям давать лучшую жизнь, лучшие возможности. И теперь еще год у меня есть. Год еще я должен бизнес отдавать, потому что я должен этот холдинг наладить. Болар, сейчас объясню. Фарзантлар. Дети же не ждут, сейчас, они взрослеют. Нет, они, если надо будет, так надо делать. Сейчас вы поймете. Uh-huh. Я рекомендую любому человеку от 25 до 40 лет отдаваться бизнесу. Uh-huh. Я бы так рекомендую. Например, если, конечно, мои дети сейчас маленькие-маленькие, самый старшему 15 лет, да? Uh-huh. Я так, следующий сейчас год, я следующий, например, через год, я даю полностью только детям. 10 лет отдам детям, потому что по моей стратегии так. Я всегда свой график ставлю таким образом, чтобы всегда проехать через тех, именно через тот город, который моя семья и так далее. Моя семья и дети сейчас в Малайзии, они учатся, поэтому я специально так и приезжаю. Я все делаю. Сейчас следующий, например, потом иногда зову к себе. Когда у меня пятидневные мои курсы, я зову семью с детьми к себе. Там, сейчас, например, вот лечу в Австралию, да, и сели 10 дней. И я всех заберу туда. То есть я всегда так делаю. Каждый месяц я должен неделю быть с детьми. Неделю. Барбар, ең асосисы фарзантларге 10 ел умуман естен чыгарып қоймастан, вақыт ажыратмастан юрмаса екенсіз. Ең асосисы шу. Смотрите. Кто такой реализованный человек? Он должен все параметры жизни отточить. Все Один из них – это семья. Если в семье ты не реализован, вряд ли в другом области ты можешь быть реализованным. Потому что семья – это твоя опора. Если вы видите, что действительно это нужно, надо пойти учиться лучше. Учиться выгодно всегда. Рахмат, Саид Мурат, большое спасибо. Тамошабинларымызга эсе
Doimo o'qing, izlaning, o'zingizga maqsad qo'yib erishing va maqsadlaringizga ana o'shandagini bilim orqali erishasiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling, azizlar. Xayr.